Ну что, привет, народ. Сегодня буду рыбачить с Геной. Ген, поприветствуйся. Привет всем. Экстрим фишинг. Приехал с Хорватии. Да. Вот первый наш выезд. Ребятки, сегодня после работы выскочили буквально на пару часов поймать рыбки и сделать юшку, потому что вся эта городская суета уже достала, знаете, хочется как-то отдохнуть. Так что все, поехали. Сегодня у нас будут крупные ваблера. Будем пробовать поймать на них. Ну все, ребятки, посмотрим, что у нас это получится. Поехали. Есть! Есть! И хорошенько, Ген! Ух ты, блин! Ух ты, блин! Хороша, Ген! Хороша! Ой! Ой-ой-ой! Гена, это из язвы, ё-моё, блин. Да с язвой, ты представляешь? Да. Аппарат, конечно, бомба. Хороша. Я её видел. Да, конечно, зацепил трофейную. Смотри. Блин, это моя была. Помочь тебе? Не-не-не. Сам. Ну капец, язвами, блин. Ну что мне так на них ОЦВЗ? Бери її, только не за ядра, помню, за кишки вот я плачу. И хватаю его. Опа, ху-ху-ху. Трофейчик. Друзья, Ген, короче, да, на. Ну, такая, знаешь, как и моя. 3,5 кило. Есть? Больше, есть. А ну давай. Народ, смотрите, захавала туда моего болесонга 130-го. И взяла вверх головой. Да? Туда, да, головой. А, ну то как-то оно. Да. С язвами, да, очень жесть. Ну, язвы не сильно большие, но. Ну и конечно, с двух сторон. С двух сторон. Ну, выпустишь ее, ну что? Да ну, не знаю. Сейчас решим, короче. Что, народ, смотрите, какой аппаратище, елки-палки. Я. Да. Ты видишь в язвах, я не знаю. Ну, кило 4, я тоже думаю, такая. Там побольше, чем 3,5, да. Сейчас посмотрим точно. Я скажу, что у тебя врет кантер. Килограммы. Четыре. Подожди, хвост там чуть-чуть улыбается. 4,70. Народ, смотрите. 4,70, друзья. 4. Короче, пока он смотрит, хайду, а я пошел дальше. Не, ну ты же меня, может, с ней хоть сфоткай, слышишь? Так, народ, принимаю решение, короче. Щука очень хорошая. Щука очень хорошая, но с язвами. Ребятки, просто взять ее выкинуть, ну знаете, рука не поднимается. Честно скажу. Дело в том, что, как многие специалисты говорят, ну, можно щуку эту выпускать, короче, есть разные мнения, но эта щука принесет проплод, да, это у него нормальный, никого она там не заразит. Все, беги, и давай. Будет правильно ее выпустить. Так, пожалуйста. Давай. Просто психологически. Расти, давай. Пошла, есть. Пошла, ребятки, она принесет потомство. Так что все будет четко. Есть, народ. Блин, мелкая. Ну мелкая, а так хорошо валила.
Видите, шнурочек. Мелкая, ну иди сюда. Пойдешь подрастать. Такая. Тихо. Ну такая, видите, Максват 115 поставил. Батки, пошла перемена погоды, я не знаю. В общем, такая, не знаю, грамм. Да, ну, наверное, не знаю, грамм 400 такая щучка, видите. Да пусть идет, беги давай, расти. Мелочевка. Пошла. Ну, это хоть радует, хотя бы одна. Сработал на этот раз, сработала Максват 115, видите, в таком свете. Hot Tiger. Ну, блин, такая классная плевочка, такой удар. Пух! Я думал, что хорошенькая, блин, перед этим. Такая. Четверу, конечно, взять намного круче, но... Тоже такой удар был у нее, бабах. Еще рано-рот, видите, пошла переменная погода. Погода, солнце вышло. Не знаю, ну... Юшка, походу, на сегодня гад меняется. Евгений, он пораньше уехал. По рабочим делам, в общем, уехал. Поэтому Юшка, наверное, отменяется. Тут сейчас дорыбачу уже. Есть народ. Ну, мелочушка. Блин. Ну опять мелочь. Только я тебя выпущу, ты только мне лодку не пробей там. Блин. Карандаш. Болисонга, видите, поставил. Четверочку он взял. Видите, балик. 130. Короче, ну такой, видите, карандашик. Ну я не знаю, опять же. Это грамм 300, наверное. Беги. Жить будешь, давай. Оп, ушла. Ну, видите, на паузе. Ну что такие дела? На паузах. Мелкая, блин. Хочется что-то еще покрупнее взять. Это с язвами было. Пришлось выпустить. Ну ничего, пробуем дальше еще. Немного времени у нас осталось. Есть, друзья, есть такие. Очередной шнурочек. Ну это капец сегодня. Просто какой-то. Блин, начали так хорошо, дальше одна мелочь, на этот раз рейрендж сработал, 130-й. Мелочевка ж, это все мелочь, блин, так жалко, тут та четвера, блин, и язвах, а, вот он. 130-й Fruit Tiger. Ну и щучка еще меньше. Короче, идем на спад. Все, беги. Ух ты. Есть. Есть, народ. Есть, таки еще одна. Ну это такая уже. Получше, вы знаете. Иди сюда. Вот такая же, грамм 800, наверное. Может, хоть одну взять сегодня. Так, ну сработало, видите. Максват 115 в свете Silver Black. Так, достаем. Открой пощечечку. Так, где тут мои
инструменты. Захавала так нормально. О. Ну, такая, да, грамм, наверное, 800. Ну, хоть одну взять, да. Там будет видно. Есть. Ну блин, ну что ж такое опять мелочевочка, а? Давай, иди сюда. Ребятки, ну уже не знаю, какая уже сегодня, я же со счету сбился. Опять мелочь. Пятнадцатый Максклад Silver Black работает, ребятки. Короче, мелочевка, видите. Такие места, что ж делаешь. Есть. Есть, народ. Такие подлодка цапала. Ты, блин. Карандашик. А не, ну никак такой карандашик. Вот килошная. Иди сюда. Вот такая килошка. Не килошка, но грамм 900, наверное. 800 уже. Вот такая вот тоже. Народ, видите? Грамм 900, наверное. Очередная. Что, снимаем я на кукуанчик. Уже подлодкой взяла. Есть. Ух ты, окунь, елки-палки. Народ, это окунь. Сюда. Смотри, какой окунь. На 115-й Максклад караву. Смотрите, народ. Это окуняра. Хорошенький окунь, да? Хорошенький. Так, подожди, сейчас мы тебя как-то освободим-то. Так что ты нас на крючок не посадил. Хорошая окуняра. Ух. Да. Ну что, пойдешь на купанчик, да? Давай. Блин, класс, друзья, видите какой? Есть. Есть, народ. Очередная щучка. Ну и опять мелкая. Может, сойдешь? Сама. Не, не хочешь? Ну давай, иди сюда. Если не хочешь. Карандашик, народ. Отправляется назад. Да, видите, карандашик. Бей давай. Так, народ, рыбалочка подошла к концу. Солнце уже садится. Подводим итоги. Значит, вы сегодня, ну, в принципе, все видели. Значит, что хочу сказать по снастям немного. Значит, сегодня я рыбачил на комплект. Фаворит у меня X1. С 12.36 тестом 602. X1 602H. Тычевая палочка. Разрабатывал ее Серега Куцай вместе с фаворитом. Довольный. Катушка, значит, у меня Exceller LT-шная, 4000 и шнур 1.2 по Японии, 8-жилка. Все, ребятки, на этом все. До скорых встреч. Пока-пока.